за миссия у нас? Destroy the Wonder. О, да, вот это прикольная миссия. Ну ладно. Не очень простая на самом деле. Но я, по-моему, помню, что здесь делать. Поэтому для меня она должна быть достаточно простая. Но миссия прикольная. Особенно когда первый раз я проходил. Была очень прикольная игра. Потому что меня постоянно мочили, я ничего не мог сделать. Не знал вариантов. Так, ребятки, стойте-ка здесь, давайте. Ты подлечись. Не, не убивай, пожалуйста, мне эту штуку. Да не молчи ты, ё! Почему, блин, именно эту штучку не светите? Так. Там твоя задача его убить. Блин, косой мудила, блин. Мочит, блин. Так, добывайте, добывайте. В принципе, надо как-то мне сейчас настраивать пищу, добычу пищи. А добычу пищи я буду делать через воду. Пока так. Можно было вообще не строить, что-то я тупанул. Можно было не строить, надо сразу же доки строить. Угу. И вот еще где можно пищу взять сразу же, сходу. Дуней. Вот тебе его Дуней. Хватит добывать мою пищу, это мое. Thank you.
Кстати, еще высадки могут быть вот этой. Ой, блин, что я там сделал-то? Высадки могут быть прикольными. Но редко комп это делает, поэтому я надеюсь, что он не будет все-таки высаживаться. Нормально. У меня еще народ был. Круто, круто. Я вот не помню, я, по-моему, делал не этих товарищей, я делал... Да, я все-таки баллисты делал, поэтому надо начинать добывать золото. Масс баллисты, и на берег я высаживался, если я не ошибаюсь. Заколебут меня здесь. Ну так почему ты не строишь-то? С красноты больше нет, значит там все, ладно. В принципе, так-то мне эти войска вообще не понадобятся, поэтому... Не нужно. Их сливать. Но перед этим кого-нибудь замочить все-таки. Например, вот этих вот товарищей. Thank you.
Надо еще добирать тогда немножко рабов. И начинать строить корабли. Что-то я засматриваюсь. О чем-то мечтаю, видимо. Надо ехать сюда. Ага, нормально. Рейнджа не хватает. Вот это прикольно. Как ты проехал, товарищ? Понятно. Народ у нас уже поехал атаковать всех. Да ладно, эти корабли не нужны, в принципе, здесь. Это я точно знаю. Если хочет, пусть он учит. В принципе, голды хватит на время. А вот дерева что-то не хватает существенно. В принципе, их можно, наверное, убить уже. Хотя, ладно, подожду еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть подожду. Но еды надо еще 1000, получается. Поэтому не так мало. То есть, в принципе-то, они нужны еще мне. Но тут уже нет ничего добывать, нечего. Ладно, сейчас так добуду. Давайте сюда, ребятки. Здесь работайте. Так, здесь еще добавляю тогда. Ну, здравствуйте, откуда ты нас нашел, товарищ? Давай-ка вот сюда такую вот башенку поставим обзорную, чтобы было все по-тихому, никто нам не мешал.
Короче, на работу все равно достраивать кучу, потому что дольше получится. Пищу уже здесь не резонно добывать. А, вот еще есть, в принципе, вот здесь вот. Попробую, конечно, кому это не помешает. Это что за фигня? Вообще откуда? Это что, высадка типа? Ну нормально, блин. Вот это прикол, блин. Ладно, не побегу я туда. Супер, конечно, они высадились. Молодцы, ребятки. Работают. Еще ко мне идете, да? Типа, давайте, давайте. Давайте, давайте, идите. Это печально, конечно, но ладно. Время больше потрачу сейчас, чем нужно вообще на эту фигню. Ой, так не надо сражаться. Блин, как они меня заколебали? Я уже настроился там на совершенно другие цели в игре. Они мне все портят. Ладно, сейчас я сделаю дефенс какой-то небольшой. Дерево. Ну, ребятки, так нечестно, блин. Так, где тут? Начинаем туда добывать пищу, потому что там без этой темы вообще никак. Без апгрейда для Гелиополиса будет очень тяжело, поэтому лучше его сделать. Здесь небольшой деф, как я и обещал. Так, идите добывайте обратно мне дерево и голду. Дерево тут еще кое-кто добывает, значит, нормально. Типа опять высадили, да? Ну молодцы. Ну
Ну ладно, переживем мы эту тему. Сматываем по центре. Чувак, извини. Как у меня заколебали, а? Причем, видно, раньше лодки оставлял, чтобы они защищали. Сейчас-то все нормально должно быть уже. Тысячу пищи, все. А, 1500? Ёкаламана, это меня дело. Ну они нормально делают на самом деле, высаживают то разом передали. Короче, грейда нету. Печально. Сейчас будет. Блин, я что-то вообще туплю жестко, потому что мне надо бы сделать 1500 пищи. И это можно сделать намного быстрее, чем я сейчас делаю. И я сюда капают и докапывают потихоньку, блин. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, что-то лишняя ферма какая-то почему-то оказалась здесь. Ладно, в принципе, сейчас спокойно все, поэтому нужно потихоньку. Добывать пищу и уже выдвигаться. Этих товарищей нужно два отправить сюда. Здесь они уже так типа быстро добыли, да? Маленький кусочек. Парни, работайте быстрее, нужно 1500.
Слушай, ладно, здесь они уже ничего не сделают мне. Сюда начинаем перегонять. Получи. Отлично. 1500 есть, этих можно снимать всех, что уже пища не понадобится. И начинать голду добывать. А здесь дерево, ребятки, давайте дальше. Можно еще добавить чуть-чуть вот этих штучек. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, например. Мне кажется, что у меня что-то по дереву проседание будет, если я сейчас заказывать начну с оверлимитом. Короче, у меня будет один шанс, если я не сделаю этого, не убью чудо, то там просто такое скопление войск будет. Там три или сколько, три игрока, да, они там втроем будут защищать неистово свои владения. Поэтому у меня один шанс. Можно еще вот этот апгрейдик сделать, но я больше не хочу пищи столько копить. Спасибо. Так, нам будут транспортники заказать. 4-то хватит мне? Хватит, это 40. Баллист, наверное, да, будет. Хотя, в принципе, можно заранее построить. Один транспортник. Нет, не надо вообще его строить. Хватит мне и так. Лучше вот этих построить. Бэм, бэм. Ну и, в принципе, можно начинать заказывать после того, как это построится. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Можно здесь добавить на всякий случай. Пацанчики идут опять. Ноги бать. Ладно, пофиг на них. Ну вот, 71 лимит вроде бы нормально. Ха-ха, пацаны разорвались. Ой-ой-ой, на своих-то зачем мочить? Так, начинаем загрузку. Ну куда ты уехал-то, блин, придурок? Короче. Десять есть. Еще 10 есть. Это второй комплект. Это третий комплект. Ну и тут немножко осталось от последнего комплекта. Хотя нет, в принципе. Эй, товарищ, ты не выехать. Окей. Так, нужно обязательно засейвиться. Сейв. Number one. И поехали.
Это будет весело. Так, этих товарищей назад, этих вперед. Так, ну что, ребятки, поехали, попробуем замочить это чудо. Давайте, выгружайтесь. Ну, довольно просто, на самом деле, оказалось. Думал, сложнее будет. Поэтому перестраховался, тут настроил кучу баллист. Так, все, эта кампания закончена. Так, ну что, наверное, продолжим. Продолжим. Вообще не помню этих кампаний, на самом деле, да, очень давно проходил. Но руки, так говорится, помнят. Ладно, поехали. Ави Цезарь. Destroy all enemy dogs. Ага. Окей. Картинка, картинка. Все окей. Какой-то Цезарь шустрый. Не буду, наверное, их убивать их, да? Какой смысл? Вот тут так-то лучше. Так, стандартно, что начинаем делать? Наверное, добывать лес. Как-то неудобно сделано опять. И строить рабов. Иди сюда. Ну, иди ко мне. Come on, boy, come on, boy. Посражайся с моей тауркой. Ты чё, блин, офигел, что ли? Рабов-то мочить. Так, отлично. Ладно, он, в принципе, один справляется с ним, поэтому можно оставить, пусть он их мочит. Просто разносит их в хлам. Просто в хлам. Есть еще тут интересного по ресурсам что-нибудь, надо посмотреть. Странно, какое-то здание, блин. Тут такие. А, ну это типа захвачено, да, мы открыто. Ну все понятно. Так, ладно. Все здесь, в принципе, ясно. Начинаем строить корабли тогда. Мы сюда. Там что-то сверху должно быть, по идее, да, еще? Технической неполадочки, к сожалению. Но сейчас уже все нормально. Don't
Да, ребятки, тут не так просто. Тут же лодочки нормальные у меня. Ой, и у них уже нормальные лодочки. Печально. Блин, вы заколебали мою лодку начать. Блин, а посмотри, что там есть-то. Откуда весь мусор этот идет? Ставлю охрану здесь, поеду на разведку. Эй, не понял. Чё, ребята? Гелишься совсем? Плохо они тут. Плохая попытка. Запутался, блин. Так. Пища нужна. Come on.
И откуда они приезжали, блин, они вокруг кругаля, что ли, делали? Вокруг меня ехали? Чё за прикол? Так, где там апгрейд? Вот он. Заблудшая. Так, я вам не буду тогда строить дополнительные какие-то доки тут и так далее. Не вижу смысла. Ой, доки эти, блин. Склад. Нормально, есть такая цивилизация уже неплохая. Короче, чувствую, здесь надо кучу лодок просто доказывать. Так просто не пробраться будет. Сейчас я проеду, просто хотя бы посмотрю, что там есть. Может, там какая-нибудь ловушка. А нет, вот доки есть одни. О, да. Доки раз. А чё, чьи нужно уничтожить? Destroy all enemy. Угу. Кстати, Цезаря надо тоже сохранить. Куда-нибудь его вот сюда запихнуть, чтобы он здесь в безопасности был. Я так понимаю, что самыми сложными будут коричневые, да? Или все-таки желтые? Не, ну это нормально. Я только уехал, сразу же начинают уже мне подсовывать свинью. Тогда еще и высадку делают, а вот это они молодцы, конечно. Вот, в принципе, никак не надо. Тоже цивилизация неплохая, я смотрю. Куда он поехал, а? Газ, блин. Опять высадку хочет сделать. Короче, повезло.
Ладно, поехали дальше. Я надеюсь, тут не надо на какой-нибудь остров пересаживаться, потом опять будет, чтобы ресурсы были. Не хочу этим заниматься. Хочу просто прийти и убить. Дайте мне доки ваши. Show your docks, man. Так, ладно. Этим типа. Нет, спасибо, не надо больше выходить. Что-то мне кажется, что они какие-то крепкие, нет? Я надеюсь, компьютер не может строить доки. То это будет печально. Тут, в принципе, ничего делать не надо. Тут вот эти замечательные доки все равно не надо. Его уже. Все добыли, ребятки, молодцы. Мучают тут их, да? Кому не может попасть тут. Вот это кайт, блин. Реально, такое даже Близзарды не смогли сделать. Когда человек реально, ну, не человек, компьютер, как бы кайтит выстрела. Если бы Близзарды это сделали, то игра с компьютером в СК2 ТВ была бы намного интереснее. И тренинг был бы интереснее существенно. Здесь у меня хватит дерева вообще, в принципе, здесь на карте. Так-то должно вроде бы нафига дать его. Пущу-ка я одну лодочку сюда, пусть он там разведывать идет. Ой, не туда завернул. Ну ладно, сейчас проверю хотя бы, что здесь есть. А где у красного доки, блин?
чтобы найти у красненького. Где-то, короче, здесь, поблизости. Так, ладно. Тогда поехали желтого мочить. Блин, вот это косямбыч. Пипец. О май гад. Здесь у меня пачку замочили, потому что я не контролил. Отлично. Отлично. Это супер. Они, блин, говорили, что ли? Высадить сразу же такое количество. Ту дырку залез. Нет, уж спасибо. Не надо мне больше выпадать, товарищ. Главное, без охраны. Вот это мне нравится, вот без охраны ездит. Опять кого-то мне высадили, что ли? Так, ну что, смотрим, построили они док или нет, или у них запрет стоит на строительство. Видимо, запрет стоит. Это и хорошо. Так, погнали дальше. Нет уже, да, больше ничего здесь у них? Сверху не может быть. Отлично. Тогда надо как-то красненькие доки найти. Где они есть, непонятно. Поехали искать. Скорее всего, где-то здесь. Ну, они вообще близко. Отлично. Game. No.
Это была ваша последняя песня. Теперь буду петь я. Так, здесь, в принципе, два въезда, да? Давай тогда через этот. Это можно убить всем. Здесь уже конец. Ну, парни, вы чё там встали? Давайте проезжайте подальше. Вот как можно было проектировать карту, чтобы, блин, здесь не проехать? Чё за херня, блин? Не, ну реально. А этот, видно, пришвартовался. Все, заглючил. Чувак, едь. Умри. Если не хочешь ехать. Что-то мне такое чувство, что я не убью с таким. Да, конечно, не убью, если половину. О, а тут, может быть, еще доки есть? Нет, не говорите мне, что здесь еще есть доки. No! Доки, так доки. Еще один доки, доки, доки. Первый убитым. Там-то не было, надеюсь, ничего больше. Убили. Осталось еще где-то. Либо у красных один остался последний. Либо где-то еще, может быть, подсел. Здесь видно специально такой узкий проход сделали. Смог пройти.
Шальная пуля его убила. Зачистим эту местность. Так, по приколу. Мне не нравится красный. Вот тут у меня лодочка еще стоит, нагибает. И где еще? Не понял. Destroy all enemy dogs. And where is last dog? Yellow, желтый, скорее всего желтый что-нибудь тут настроил, потому что, ну, как еще? Сверху вроде бы не было, да? Все с этим разведаем. А, так он застрял, скотина, блин. Умри, так. Ну где он еще может быть, этот док последний? Здесь точно нет. Микро какое-то херовое у меня. Сейчас проверим. Но по идее это не должен настраивать доки. Считаю, что здесь миссии должен быть настроен таким образом, чтобы запрет стоял на строительство доков. Но я могу ошибаться. Пусто. Ага, ясно. Ну вот и последнее. Так вот, а что не стреляете, блин? Shoot, please. Где еще? А, вот еще, блин, фига себе, заныкали, блин. Да, столько доков, никому не пройти даже к докам. Кул. Так, я вроде вернулся. Сейчас проверю, чтобы все работало.
Вроде все good. Здесь все хорошо. Дропов 0. Так, ну что у нас там следующее? Бритейн, бритейн, бритейн. Окей, go. The captain held all the British centers of power ruins. О май гад, я не помню этой миссии. Ну, вроде неплохо, как бы, разменялся, но не сказать, что супер хорошо. Вообще не помню этой миссии. Я помню, что тут надо отстреливать жестко вот с краев. Морем. Так, вроде башни здесь можно мочить потихоньку. Так, вы стойте здесь тогда, я буду эту башню мочить. Так, а что нужно сделать у нас? Что нужно сделать? Ну, там, скорее всего, нельзя захватить просто так. Да, там, по-моему, геморройная херня, блин, жесткая. То есть там так просто не пробежать, не захватить. Как я думаю. Да, блин, отвлекся. Чаек, значит, подтягивай тут. На меня катапульта выезжает. Так, ладно, что мы попробуем сделать? Я пробую засейвиться. И кем-нибудь разведать. Цезарь, хороший обзор, интересно, нет или фиговый? Ну так вроде более-менее. Ладно, погнали, Цезарь. Ну? Еще раз их засейвимся. Так, на разведку. Что здесь у нас? О! Надо, тут все равно ресурсы не добыть, да? Я так понимаю. Ну какой смысл от этого? Ну ладно, пусть будет здесь, пусть стоит. Разваливаются. Это тупо. А! Окей. Так. А кто у нас тут есть? Лучники. Лучники.
Лучники не хочу использовать. Хотя, в принципе, как вариант, это можно сделать. Лучники и гоплиты. Окей, ладно, поехали. Сначала дальников переведем. Ну-ка, ты еще стоишь. Можно, в принципе, одним цезарем размикнуть, но что-то долго, мне кажется, бегать надо будет. Сейчас прибегут, да, эти товарищи, если я начал атаковать. В принципе, я потерял, что я потерял? Одну катапульту потерял, да? Не катапульту, а баллисту. Можно, в принципе, и попробовать. Кто-то весело, конечно. Круто. Окей. Thank you.
Да, привет, Инок. Да почему не ценить-то, если в нее играли, блин, с детства? Интересная тема. Интересно поиграть, вспомнить. Что к чему. Ну, в любом случае, спасибо за плюс. Так, надо лучников спасти мне как-то. Так, а надо какую-то боевую стратегию здесь разработать. Ладно, пока засейвлюсь и попробую что-нибудь сделать. Этих на троечку, этих на двоечку. Ну, это компания, да, как бы из Rise of Rome. Вот, это не оригин... Это уже не классика, это... Уже дополнение к игре. Так, что мы будем делать? Наверное, вот этим чувачком выманим. То бишь Цезарем. Угу, иди-ка сюда. В принципе, здесь можно так-то поубивать с помощью катапульта немножко. Как я в прошлый раз это делал. Ой-ой-ой, вы чё, ребята, здесь вышли-то? Ой, какой выстрел хороший, надо засейвиться. Да сейчас я и так, кажется, замучу их. Надо главное этого лечить, Каврика. Блин, а вот это фигово... Потому что эти не могут выйти. Уходи отсюда, блин, ты да куда ты идешь-то, блин? Короче, приходится просто действовать. Это напролом. Непонятно. Так, ребята, стоять. Стоямба, блин, все. Всех лучников просрал, блин. Да там вообще выстрел нормальный был. Так, все. Короче, основную массу разобрали. Я не знаю, как он там развивается, но можно потихоньку лечить народ и выдвигаться. Сдаваться. Не, на самом деле лучники, да. Лучники, лучники. Но у меня есть еще эти катапульты. Что немаловажно. Надо бы засейвиться, вот что сделать. Бежать на разведку вот этим конем. Цезарем. Так, ребята, вы можете на месте стоять и двигаться? Нет, только не... Так, и кем теперь его выманивать надо, чтобы пере... Кто бы побыстрее, это явно не... Вот, Центурион, кстати, побыстрее вроде даже бегает, чем этот, да? Нет, медленно. Попробую сейчас выманить тогда этим, хотя бы. Ну, конечно. Пфф.
Я тогда сейчас у вас буду переманивать на всех. Эти колесницы, они вообще не переманиваются, блин. Бред какой-то, вообще бред. Ну, зашибись. Вылетела игра еще. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, сейф первый-то хотя бы сохранился. Да, первый сохранился. А второй? Ну, спасибо тебе, ног, блин. Короче, на самом деле, не сохранился сейф третий. Который был эпический-то. Ну, сейчас я попробую, конечно, третий еще разок загрузить. Но мне кажется, он уже поврежден. Да. Печально. Ну вот, видишь, твой план удался. Мне придется заново этих мочить, товарищей. Так, где тут? Вот, гейм. Только надо на этот раз мне вот этих на холд поставить, товарищи. Всех причем. Хотя, в принципе, да, про лучников я забыл, конечно же. Ладно, деритесь. Вроде никого не потерял, да, если честно? Такое чувство, что вроде бы все целы. Нет, два лучника все-таки убрал у меня. А, так вот они кого, лучников мочили, блин, эти стрелки-то хреновые. Да вы бесите, бля. Вот так-то лучше. Но это уже все, рестарт. Да сейчас я тут настрою, блин, этих. Хочу как-то пошустрее, может быть, пройти, и поэтому, когда пойму, что уже не получается, тогда уже начну что-нибудь выдумывать другое. Так, ладно. Тут надо сделать так, чтобы они не атаковали. Вот этих я сюда отведу, товарищи. Двоечка. Вообще их посажу в корабль. Чтобы они не потерялись у меня. Вдруг пригодятся. Так. Эти пусть здесь стоят. А этим пойду опять сейчас фармить. Thank you.
Это тоже печально. Нет, кто-то свеча, может быть, смотрит. Не знаю. Поставь баллисты, чтобы они вырезали монахов. Вообще же все изи. Слушай, ну баллисты тоже могут монахи переманить. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь хочу все-таки засейвить их. Так. Еще разок попробую также сделать. Тогда же план сработал, мы всех зачистили. Так, я засейвлю сразу же. Так, короче, пробуем тактику на пролом. Так, где там мои баллисты? Где там мои эди? Ну, этих-то можно ставить на сторону. Баллисты нужны. Вот это прикол, блин. Кто там, блин, где еще переделывает? Так кто, блин, мне? Так, у меня остался монах. Монаха не осталось. Печально. Так.
Тот самый мощный, тот желтый здесь, да, я так понимаю. Ну вот, в принципе, что-то у нас получилось. В принципе, и у ХП у этого чувака есть. Ну ты, конечно, от жопа. Опа-на. Отжог по поводу того, что... Блин, так все-таки убило, что ли, на его? Ну, пипец. По поводу двух человек, которые меня смотрят, что один из них я. Это смешно. Не знаю, никогда не буду таким заниматься, там, накручиванием рейтинга. Хотя, может, жизнь заставит когда-нибудь. Я надеюсь, здесь нету каких-нибудь монах, блин. Ну и все, это конец. Вонючий монах, блин. Ой, отмена. Вот. Короче, побежал я направо, тогда сбегаю, посмотрю, что там есть. Че надо посмотреть, что здесь на карте. Какой он мощный, блин, скотина. Так, ладно. Поехал смотреть дальше. И здесь монах еще. Ну нормально, блин, они заколебут меня так. Я помню, как эту миссию проходил Адам, а.к.а. Он тоже нервничал по поводу большой кучи монахов в ней. Странные какие-то монахи, а сейчас они меня не хотят. А меня тут уже прессуют, да? Ну нормально. Да. Короче, пока я тут бегал, меня превратили в непонятно что. Ну где мой конь? Конь-то где? Ну короче, вот так вот в принципе можно. Единственное, что лучников нету. Ну хрен с ними. Хотя с другой стороны нет, лучники должны быть сохранены. Так, в общем, лучников нет, да? Печально. Все, тогда у меня есть план. Сохраняем лучников. Давайте, залезайте, залезайте. Так, значит, лучников сохраняем. Этих товарищей ставим сюда, этих в свободное плавание. Пусть они, в принципе, что хотят, тут делают. Я этими пошел монахов рубить, которые вот здесь стоят.
Я думаю, что это будет успех. Надеюсь. Есть еще где-то здесь монахи? Не знаю. Вот этих нагавриков тут замочить на всякий случай. Ну-ну! Так. Начало достойное. Возможно, надо с другой стороны попробовать, но я даже не знаю, как бы, честно говоря, как здесь верно. Сейчас здесь набежит куча народу, мне, наверное, не выменять будет. Сазари. О, это тоже имба, кстати, такая. Идешь просто и все. А баллиста убивает этих чуваков. И монахов убили, да? Круто. Бред какой-то, ну ладно. Сейф 2. Тогда ладно. Сейчас я все-таки найду того монаха, который мне переманил в прошлый раз. Где ты, товарищ? Он кто-то сверху пригнал, да? Он откуда-то сверху пришел. Да, походу я... Слушай, он меня заколебал, этот монах, реально. Короче, сейчас буду другую тактику юзать. Он тут еще атакует, мне ездит, блин, что за херня? Опа, на, держите. Оп, идешь так просто, она по ним стреляет. Ой, блин, не могу. Так, следующий. На, помощнее взять центурёшку. Ну-ка, дай-ка иди сюда. Блин, он подзадел, что ли, меня? Как такое вообще возможно? Не, просто кто-то есть, но они не пишут. Возможно, им неудобно. Так, что-то я много взял народу, мне кажется, надо поменьше, блядь. Эти что-то сражаются, там бегают. Ну ладно, хрен с ними, пусть сражаются. Вот этот монах, блин, козел. Да тут войска не надо, там одним можно этим всем размикрить. Главное монахов всех убить. Йокала мене, вот вы чё, блин, стоите-то? Да, мне кажется, в скорости кто-то проигрывает здесь. А вот он, монах мой, да? Монах Цезарь. И он все продолжает строить. Пипец. Ну как бы ты сделал, но... Ну ладно, сейчас я что-нибудь еще придумаю. Ну
Ивуне и Бакхаре. Это у меня будет отряд номер 3. Лучники и вот эта херня. Это отряд номер 3, лучники. И вот, вроде так катит. Вот, всех, короче, разобрали, да, грубо говоря. Так, отлично. Так, монахи-то куда идут, блин? Лучники куда идут? О, не, я так не буду делать, как ты написал. Отсюда не очень охота. Да стой, короче, на месте, все. Так, теперь надо как-то монахов разносить. Вот он. Только подумал над этим, и монах, блин, вышел. Печально. Так, ладно, попробуем на третий сейв засейвиться. Еще второй загрузим. Что-что-что? Еще раз построй войска в узком проходе и лучниками агри врагов. Атакую ферм, как только подают монахи. Так фишка в том, что там не только же монахи подходят, а все остальные войска. Если было все так просто, конечно, вообще без вопросов, изи-вин. Так, нужно, короче, тяжелую артиллерию, по-моему, доставать. Один. Ну что, теперь по очереди будем, что ли? Ну это просто пипец какой-то, блин. Омис,
Так. Ты чё, он не умирает? Ты из-за пригорка, что ли, блин? Так, теперь Гриша грить, да, надо попробовать. Сейчас я загрю, кажись, кого-нибудь. Одной баллистой. Да чё мне, блин, на паузу тоже. Стойте на месте. Так, сейчас тест на монахов, если они еще там. Короче, я что-то не знаю, не могу контролить. Да откуда вот он там берет это, блин? Там же нет этого, блин, есть. Так, короче, все стоям. Откуда там монахи-то появляются, блин? Ну что, монаш не есть? Не было же.
Не, ну реально, откуда там монахи берутся? Да, еще с другой стороны, блин, давай, давай, конечно. Короче, все просрал, все, что мог. И монах еще застрял в цветах. Ну это вообще нормально. Я не могу. Блин, реально монах в цветах застрял. Ну это просто лол. Ну что за фигня, скажите мне, реально. Он застрял. Ладно. Окей. Так, ну здесь вроде бы пусто, да, как я понял. Монах это очень плохо, на самом деле. Очень плохо. Ну, короче, что-то вроде наклевывается потихоньку. Так. Что? Что? А что произошло-то? Не понял. Что произошло? Что реально произошло? Да что-то не совсем понимаю. Какая-то странная ерунда. Ну ладно. Не совсем что-то понял, что произошло, ну ладно. Погнали, пацаны. Пацаны, погнали, блин, говорю. Че устали-то? Да, давай, давай.
забыть, о чем мы тут стали. Я думаю, что вообще можно было с другой стороны высадиться, размочить вот этих потихоньку, а потом просто бежать и последние руины открыть. Ну, я могу ошибаться, конечно. Тут вообще микро такое просто у чуваков. Нереальное. Ну, как бы, ты, в принципе, ничего не пропустил. Да там, много фейлов, много попыток. Ну ничего, вроде бы я что-то подразрулил слегка. У меня монах в цветочках застрял, блин. Вот это прикол, конечно. Смотри. Реально не выходит. Такой, да? Нормальный парень. О! Вот оно. Все просто делалось, на самом деле. Ну, монахи, конечно, мучили. Изначально. Так что ты все пропустил. Kill the Gallic Leader. Ага. А это вообще easy mission, по-моему, да? По-моему, делается вот так. Так, секунду, надо сразу же собрать всех чуваков сюда. Давайте, парни. Да-да, я недавно только читал, как мега-мастера переустанавливают Windows там за какие-то баснословные бабки. Типа что, подключение ноутбука к Wi-Fi точке. Что-то не 1400 ли рублей. Очень прикольно. Молодцы, ребята. Зарабатывают бабосы. Так, добываем. Так, теперь, короче, мы что делаем? Здесь заборчик убираем. Кто? Кстати, пожалуйста, вперед, как бы что хотите тут делаете, умираете. Так, все, да? Добывай. Хоп-хоп. Я могу сейчас умереть.
почему-то храм не строится. Нельзя, что ли? Я почему-то рассчитывал на него. Да. Опа-на. Какая неожиданность. Неприятная. Тогда. Что за квест? Что за миссия? Или ты думаешь, что я какой-то там квест выполняю на время там или еще что-то? Не, просто таймер. То есть понять, сколько там я потратил время на миссию и так далее. Может быть, в будущем. Привет, кстати. GGG. Блин, ник, конечно, да, прикольно. Короче, 3G, 3S и 4O. Я так тебя буду называть. Вот, на самом деле, я хочу просто посмотреть, сколько времени. Ну, возможно, в будущем какой-нибудь спидранчик, может, замучу. Попробуем. Но это вряд ли. Главное, чтобы мой конь не умер. Все остальное пофиг. А, так что это за миссия? Ну, это эпоха империи Rise of Rome, Ави Цезарь, Алеция. Написано справа, как бы на таймере. В принципе, там все подряд миссии идут с таймером. Сейчас будет Цезарь против Помпея. Она выделена.